Ну вот зашли мы в место исторического культурного наследия ЮНЕСКО. Это археологический парк Ката-Пафос, называется Нижнего Пафоса. Ката-Пафос расшифровывается как Нижний Пафос. И сейчас тут самые главные экспонаты — это хорошо сохранившиеся мозаики римских вилл Тесея, Диониса и Эйона на соответствующую мифологическую тематику. Вот их сейчас и посмотрим. Ну и также достопримечательности этого парка. И первая вилла, в которую мы заходим, это дом Эйона. Его мозаики. На память Гиро? Вот другая, значит, развалина другой римской виллы. Дом Тесея называется. Тесей — это никто иной, кто победил Минотавра в ужасном лабиринте. Вот. Смотрите, какие раскопки, какие здесь велись обширные. Чем-то напоминает Курион, да, но здесь мозаики сохранились тут лучше, а стены хуже. И там вон маяк вдалеке. Итак, вот она знаменитая. Где вот Минотавр-то? Стерли уж. Ну вот, не очень хорошо сохранившая мозаика дома Дионисия. Дионисий бог виноделия был. Пойдем сейчас дальше посмотрим. Ну, культу виноделия, похоже, вот посвящена вот эта вот длиннющая мозаика. Посмотрите, здесь кувшины. Здесь, видимо, вот сбор винограда. Здесь вот имена соответствующие. Вот какая огромная. Вот вообще этот дом. Масса мозаик. Очень прилично правильно. Итак, дошли до городских стен. Маяк вот, посмотрите, какой рядом. Вот, и сейчас на берегу моря. Сейчас отправляемся уже к выходу из этого парка, археологического парка. Огромного археологического парка Ката-Пафос, Нижнего Пафоса. У нас еще примерно, ну, сейчас без 15 час, в 4 хотелось бы уже начать уезжать. Сесть уже в 4. Вот, а нас еще посмотреть надо колонну святого Иоанна. Так, по-моему, да, где вот он был схвачен за свое проповедование христианство. Затем несколько базилик, возможно. Ну, что-то типа Хрисополитиса. Вот. Это где-то напротив должно быть. Ну и завершить необходимо путешествие гробницами королей, где хоронили, ну пусть не королей, но знатных жителей древних городов-государств. Вот. И затем уже можно считать миссию по Пафосу выполненной. Тяжело, конечно, пекло невероятно. Вот городские стены. Низкие. Я снова с Элли. Я снова с Татошкой. Я снова с железным дровосеком. Я снова со смелым львом. Или с трусливым львом. Так пел Страшил. Прикольно. Идешь по дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Эх. Да. Вот в детстве не было ничего подобного.